Это реально череп. Череп, да. А, это руны. Смотри, даже на алтаре они вырезаны, эти руны какие-то. И подношения. Нельзя, нельзя это. Наверное, было. А я потрогал. Это была ошибка, чувак. Что ты там нашел? Ты видишь, все в крови, тут курицу рубили. Мы же это в приношении делали. Вот все в крови. Причем смотри, это не так давно было. Это не так давно было. Смотри, ты посмотри, все в крови. Они на идол брызгали. И на эту хуйню тоже смотри. Я это рукой не трогал. Я, чувак. Смотри, все в крови. Здесь будем ночевать, походу, делаем, да, сегодня? Да, будем ночевать. Отлично. Слышь, это ноги черного петуха. Да. А, ты помнишь, я трогал эти? Обереги вот там вот, ну, вот да, с рваной, да, вот такой веревкой. Ложусь спать, и у меня крест, короче, отваливается православный. И рвется веревка. Пусть спит. Тима. Давай, быстрее вставай. Тимофей, вставай, блядь. Сейчас. Вставай. Это черный петух. Это что он тут делал, блядь? Башкой он, походу, отрубил. Ебать! Сука! Ебать! Блядь, они там, чувак! Блядь. Он не один там. Ты серьезно? Да, блядь. Завтрашней поездкой вышел подышать вот в вечерний город, и да, завтра будет очень нежно, вот эта поездка, давно никуда не выбирался, и блять, в какой же пиздец я лезу. А если там вот, ну, реально пропадают люди и мы не сможем оттуда выбраться. Вот эта вот мысль, она меня не оставляет, и в то же время немножко как-то дает стремняков. Но я надеюсь, что все-таки все пройдет гладко, и мы сможем что-то заснять. Твою мать, какие очень тяжелые продукты. Чувачок! Валим в Шушмар. Здоров. Смотри, сколько у меня, блядь. Его. Как тебе такое, блядь? Очень жестоко, очень нежно. Очень нежно. Так, ну что, друзья, мы начинаем наш путь. Выезжаем сейчас из Звенигорода. И едем в сторону аномальной зоны Шушмар. 15 километров еще, чел, по лесу. Да. По лесу 15 километров. Лес с кабанами. Друзья, я думаю, вы должны поставить лайк этому видео, потому что это только начало поездки, и нам еще 15 километров ехать на легковой машине по лесу. Да, вот сейчас будут начинаться всякие ухабы, корни, возможно, лужи. И как бы за наши старания, я считаю, что вы должны писать хороший комментарий. Это самое главное. Гнутые деревья, да. Начинаются. Снова. Ну, это значит, что мы на верном пути, по крайней мере. Гнутые деревья говорят о многом. Ой, какое же говно здесь дорога. Очень жесткая. Да, но мы справляемся.
И не только березы, кстати, заметьте. Проезжаем вот, уже. Вот. Со всех сторон здесь заготовки вот такие вот. Везде. Везде вообще. Вон, и справа, везде. И слева, вот они повсюду там вот. То есть мы предполагаем, что здесь какое-то капище, и вот они туда, ну, язычники, какие-то жертвоприношения, там еще какие-то ритуалы совершают, что-то такое. То есть очень много со всех сторон вот реально этих заготовок. И сейчас мы едем, получается, в ту сторону. Практически везде, по всем сторонам. Да, вот, он прям вообще на каждом. Вот они везде. Везде эти заготовки. Вот, друзья, смотрите, как это все выглядит. Вон еще одна. Вот еще одна. Да, вот. Интересно, что будет впереди. Смотри туда, блядь, это что такое, нахуй? Твою мать, какая жизнь! Смотри, черепа, блядь, на дереве, слева, справа, блядь, какие-то знаки, нахуй. А вот тарь как будто какой-то, блядь. А? Это что за херня? Чел. А я знаю этот знак. Это скандинавская тема. Перья. Чел, это реально славянская языческая тема, прям конкретная. Чувак, давай здесь остановимся. Обязательно. В смысле ночевать? Ну посмотрим вообще, что это за место. Выйдем сейчас с тачки. И он прям вырезан в черепе такой. Охренеть. Давай вылезем. Смотри, тут еще они вот рухнули. Тут их было больше, получается. Блядь, да что это? Посмотри, как ползет по мне, не? Не-не. Дерьмо какое-то. Врезается просто. Охренеть, смотри. Это реально череп. Череп, да. Какие-то перья, блядь. И там, и смотри, еще наверху. Они вырезаны прям. Да. А вот этот, мертель, или как он там, не помню. А почему это? А это при чем здесь? Это, не знаю. Это ты знаешь, что это за символ? Это этот, ну, еврейский, типа. Ну да, да, да. Смотри. Это что за звук сейчас был? Такой, блин, глухой. Да, да, да. Видишь, прямо вырезано вот это все. Да, да, да. А, это руны. Смотри, даже на алтаре они вырезаны, эти руны какие-то. И подношения. Руны. А вот это вот этот, как его, став получается. Да, на дереве руны. Чувак, реально по мне как кто-то ползает, какой-то гад. Смотри, там какие-то тоже черепа, руны. И здесь тоже, да. Наверное, разобьем лагерь, ага. Походим, поснимаем, возможно, встретим каких-то диких, прекрасных обитателей этого леса. Ну и покажем вам, конечно же, крест Евпатия Коловрата. Вот. Насчет лагеря я еще не представляю. Ну, мы, в принципе, уже в аномальной зоне. Нам нет смысла выбирать какое-то место. Мы можем хоть здесь встать, и уже это активное место. Двух огромных вот таких вот воронов. Им приблизительно лет по 200. Они улетели. Да. Двое воронов. И... Блин, там каркают где-то. Слышишь? Да. А это уже другой. Вот это вот что-то похоже, может, на глухаря. И, то есть, это колдовская птица такая, ну. Вот он крест Евпатия Коловрата. Прочитать, что написано? Ну, там долго, наверное.
29 августа 2020 года участниками культурно-исторического проекта «Сердце Мещеры» на убитом поле заложен... Убитое поле, вот как это женщина говорит. Ага, убитое поле. Да. Заложен прирожден столб часовни в честь воеводу небесного войска Георгия Победоносца в память о первой битве отряда, проведенного войны Евпатика Лаврат с ордой царя Батыя. Я знаю, я фильм видел. Ну и читал немного. В основании его заложены три капсулы с освященной землей из места рождения, отпевания и захоронения воевода Рязанского. То есть... Это вот здесь заложено. Угу. Интересно, да? Ну да. Весь мир. И Епифанцев там нигде не прячется. Он же любит поджирать мухоморы. Я просто так сказал, блядь. Вот этот параш, через который мы ехали, помнишь? Mm-hmm. Говно. Дерьмо. Сатана. Параш. Параш. Вот. Папоротники. Папоротники. Какая просека, смотри, какие ели тут прям стоят такие мощные. А вон я вдалеке вижу уже, он там как будто бы идол этот, да? Не знаю. Да, вот даже по карте, обрати внимание, вот здесь видно. Возможно. Очень похоже. Может, там тоже какие-нибудь черепа висят? Сейчас узнаем. Мы все-таки год не были тут. Ну да. Год, да? Ну да, ну вот раз поехали, что-то. 10 минут побыли, уехали, по сути. Морожка растет, что ли, нифига себе. Все, друзья, мы сейчас уже подъезжаем к Змеиному камню. Здесь будет капище языческое. И, по идее, какие-то идолы должны быть. Ну, какие здесь ели мощные. Вот. Да, очень. Вот там должна быть здесь площадочка уже. Там где-то припарковаться будет. И вполне возможно, что здесь мы разобьем лагерь. Вот оно. Приехали, возвращайтесь. Мне с вами понравилось. Да, еще бы, мы так тут такие преграды проходим. Мы профессионалы. Водители. Нежные водители. Нежнее нас только анальная точка. А вдруг это мертвым принадлежало вот это? Ебать. Ну нет. Калаврат. Нельзя это трогать, наверное, было. А я потрогал. Это была ошибка, чувак. А вдруг это просто вот это вот с людей, которые, может, погибли, блядь, а я руками трогаю. Да, я пока не буду это трогать. Дурачок. Дуает. Вот он, змеиный камень, друзья. А вот здесь же стоял, вот он стоял здесь, насколько я помню. Я не понимаю суть денег, которые оставляют люди. Чисто символички, типа. Ленточки. А, смотри, вот новый. И серп лежит, короче. Серп? Угу. Серьезно? Да, и какой-то... А, свечка, наверное. Смотри. Веры. Какой-то кубок, слышь? Mm. В день рождения Клавиарт Веры. Какой-то 1948 год. Mm. Человек, я не знаю, что такое. Не знаю. Ну, идол красивый, да? Да. И вот и ленточки на дереве. Ленточки, да. Что-то здесь... В прошлый раз, когда мы приезжали, было намного все мощнее. Грибы растут. Чувачок. Ух ты. Кто-то сорвал, смотри. Угу. Это вроде похоже на пятно, но я не знаю, что это. Вон опять. Идем.
Мы, может, даже с тобой приготовим сегодня что-нибудь. О, сегодня будут вот, грибочки. Вот опять. Вот. Отлично. Наверное, на пеньке. Вот этот 100% опять. Чувак. Че? Че это за гул такой? Ну, это раз, может, там. Странный звук просто. Это похоже на опять. Ну, я не буду рисковать. Не так уж я прям эксперт в грибах. Только в мухоморах есть это. Чуть ни одного мухомора не видно. Mm-hmm. Все сожрали. А только сделал я сегодня жаркое. Смотри. Че ты там нашел? Ты видишь, все в крови, тут курицу рубили. Жертву приношение делали. Блять, реально, смотри, смотри. Кровь. Вот все в крови. Причем смотри, это не так давно было. Это не так давно было, да. Охереть. Реально какие-то, блядь, ритуалы проводили. Вот перья. Смотри. Ты посмотри, все в крови. Они на идол брызгали. Да. И на вот, эту вот, хуйню тоже смотри. Я это рукой не трогал. Бля, чувак. Смотри, все в крови. Представляешь, то есть живую курицу сюда привезли, живую курицу. Отрубили ей голову или что-то с ней сделали. И облили кровью идолы. Какое жертвоприношение было? На жертвоприношение. И смотри, на камне есть кровь, нет? Бля, вон на камне все, чувак, в крови, иди сюда. Вот все в крови на камне, видишь? Mm-hmm. Весь камень в крови. Охереть. И тоже перья, видишь? Да, да, все в крови. Слушай, она, блядь, она свежая, она прям, смотри, даже не засохла еще. Я вижу. Чувак, мы попали, походу. Представляешь? А мы здесь будем ночевать, походу, делаем, да, сегодня? Да, будем ночевать. Отлично. Я уже предчувствую, что что-то, блядь, сегодня будет. Здесь красивая очень местность, на самом-то деле. Вот я сейчас буду ставить палатку где-нибудь здесь, наверное. Чувак! Чё, чё? Чего? Иди сюда, смотри сюда, блядь. Чувак, ты не поверишь. Что это там? Это просто... Слушай, я видел эту тропинку, но решился по ней пойти. Чувак, здесь, походу, не только курицу принесли жертвоприношение. Смотри. Блядь, здесь руки черного петуха, блядь. Кости. Смотри сюда, блядь. Ебать. Бля, в натуре. Слышь, это ноги черного петуха. Да. Ахуй. Чувак, здесь чем, блядь, занимались, нахуй? Охереть. Ты представляешь? Друзья, так, погоди. Сейчас уберу вот это. Друзья, это второе место, которое мы посещаем. Вы уже видели кровь. И Денис сейчас нашел яму, в которой скидывают отходы после ритуалов, мы так понимаем. Здесь ноги черного петуха, но вы знаете, что черного петуха используют именно в ритуалах. Одна из составляющих этого, наверное, ингредиент, скажем так. Позвоночник. Да я вижу, Костя. Но тебе придется блюрить, а то YouTube это все. И мы сегодня здесь будем ночевать. Охереть. Чуваки, вот это вот все используется в черной магии. На секундочку. И что там было за черная магия? Не, ну я только не понимаю, почему черная магия и славянские идолы. Вот разницы нет. Мне кажется, это, возможно, какие-то... Да, сейчас, давай, ладно. Сектанты, может, были еще какие-то. Это зацепка. Это зацепка, и мы должны за нее сейчас держаться. Нам по-любому нужно оставаться здесь. Сейчас разбиваем лагерь. Угу. И будем наблюдать. Возможно, я боюсь только одного. А вдруг сегодня какой-то день, который по славянскому календарю как-то впадает, и им сегодня нужно будет что-то тоже провести, и вдруг вот здесь мы. Да, и помешаем им. Ебать. Вот какие... это будет просто магически. Чтобы вы понимали, да, еще вот момент. Я прочитал кучу книг по оккультизму, по таким вещам. Несколько книг по оккультизму. И главным, одним из ингредиентов в каких-то обрядах, ритуалах является именно кровь черного петуха, живого черного петуха. Его нужно убить. И нужно вроде собрать его кровь, насколько я знаю. И мы после Смердящего озера, да, приезжаем сюда и наблюдаем здесь вот такую вот развязку нашего, наверное, второй части нашего ролика, нашего путешествия по Шушмуру.
Только вчера мы были на Смердячем озере. Это, да. Сегодня. И там были явления. И здесь мы наблюдаем уже какие-то... Так, ладно, давай раскладывать лагерь, да. А потом уже потихонечку посмотрим. Потихонечку давай раскладывать. В общем, уже расположились. Потихонечку тут. Костер вот у нас. Это прямо рядом с тем местом, если что, где мы нашли кости черного петуха и, соответственно, трупы всех этих, ну, не как трупы, там перья всех этих куриц, да, кости и все такое. Ну, и это еще не все, друзья. Пока я тут ходил, в общем, Тимофей нашел могилку. Могилку. Как мы предполагаем, что именно в этой могильке, могилке, хранили вот этих вот остатки этих куриц. Вот, друзья. Показываю могилку. Вот они, жуки тут, падальщики как раз в этой могиле. Очень их много. Вот они буквально повсюду здесь. И вот в этом мешке просто лежат трупы вот этих куриц. Это просто офигеть. Ну что там, чувачок? Я сейчас буду разогревать рассольники, чтобы мы поели. Вот, друзья. Вот это мы будем сегодня кушать. 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 Вот у нас супчик, друзья. Рассольничек. Вот он, Тимофей. Немножко устал. Приуныл. Ждет ваши лайки, друзья. А вот и охотник на ведьм. Тоже немножко подустал. Ждет ваших комментариев. Но скоро стемнеет. Просто имеет. В принципе, все мы подготовили. Осталось тут покушать и ждать. Что ж, друзья, пришла пора попробовать то, что мы тут приготовили. Супчик. О, думаю, что это будет нежно. Ну, в принципе, съедобно. Нормалек. Хороший. Чувак, чувак, что там у тебя случилось? Короче, ложусь спать, и это. Ты помнишь, я трогал эти обереги вот там вот, ну, вот да, с ванной, вот такой веревкой. Ложусь спать, и у меня крест, короче, отваливается православный. И рвется веревка. Охренеть. И там такие же рваные веревки Гайтана лежат. Вот совпадение или что? Ну это странное совпадение, блин. Я, блядь, по мне опять кто-то ползает, чё? Чувак, ты таблетку-то выпил? Да. Ладно, короче, спим. Давай. Друзья, сейчас буквально минуту объясню вам, в чем дело. Тимофея кровь сейчас была из носа. Очень сильно шла. И как давление, голова болела. В общем, выпил таблетку. Сейчас мы ложимся спать. Надеюсь, что все будет нормально. И посмотрим, что будет дальше, что будет ночью. Друзья.
Уже поспал 2 часа. Сейчас я буду вставать. Пойду осмотрюсь. Никакого света я с собой даже не взял. В палатку. Тимофей, наверное, спит. Так что я сейчас пойду осмотреться. Надо будет взять свет сейчас, поставить камеру. И также свет на свою камеру взять, чтобы ничего не видно. Так, все, свет я уже поставил. Так, сейчас пойду проведу Тимофея. Спит. У него сегодня очень такое тяжелое состояние. И кровь из носа очень сильно шла. В общем, походу приболел или что-то типа того. Так, сейчас смотрю с собой свет еще. Здесь просто останется маленький светильник. Так, камера пишет. Пусть снимает на всякий случай. Я сейчас пойду проверю. Осмотрюсь здесь немножко. Тима, давай, давай, быстрее вставай. Тимофей, вставай, блядь. Чего? Вставай. Блядь, там на поляне какая-то хуй сидит, блядь, в черном балахоне, ритуал какие-то проводит. Я сейчас подошел посмотреть, что-то происходит. Сидит там, что-то, блядь, колдует нахуй. И везде свечки горят, а вот Тарик, блядь, выстрел. Я хуй, пиздец, давай быстрее туда пойдем. Сейчас посмотрим, что за хуйня, блядь. Ебать, мне страшно, нахуй. Чувак, давай, быстрее. Пиздец, что ли, блядь? Блядь, я тебе отвечаю, там какая-то херня, блядь, происходит. Пока мы спали, нахуй, я хуй знаю, что там за херня. Блядь, погоди. Нихуя. Ты видишь отсюда, вот как, вот, свечки горят. Бери камеру, пошли. Это что за хуйня сейчас? Я ж тебе говорю, блядь. А как ты это не услышал?
Я не знаю, бля, как мы вообще это не услышали. Блядь, погоди. Я ее сниму. Давай. Блядь, нихуя. Видишь, нахуй? Слушай, это пиздец какой. Пошли посмотрим. Пойдем посмотрим, блядь. Ты был там уже? Да, я же там... Я подошел посмотреть, что за хуйня. Камеры приблизил, а там чувак в балахоне, блядь, сидит. Что-то там колдует. Тихо. Он сидел? Где сидел? Вот он с этой стороны, с левой стороны там сидел. Тихо. Здесь получается? Да. Тихо, пойдем. Слушай, ну, блядь, он все свет не заметил даже. Посмотри здесь, если... Я тихонечко так светил. Я не знаю, может, он там слишком занят был ритуалом, я не знаю. Ногу светит. Его нет сейчас? Я его не вижу. Может, здесь нет. Кто-нибудь есть? Кто здесь? Слушай, ну, блядь. Вот, буквально две минуты чувак, назад. Это точно не ты сделал? Ты что, угораешь, что ли? Две минуты назад он здесь вот сидел в черном балахоне, вот прямо вот возле вот этого бревна. Вот здесь вот сидел. Ебать! Смотри. Это что за... Это черный петух. Это что он тут делал, блядь? Башку ему, походу, отрубил. Блядь, слушай. Охереть. Смотри, костер даже нормально не успел разгореть, значит он... Может, он меня заметил? Это значит, что? Это значит, что он тут не, совершенно недавно был. Да, может, он заметил, ушел все-таки. Бля, чувак. Нет, ну это очень странно. Ты снял его? Да. Покажи мне, пожалуйста, на камере, сейчас придем. Тут весь пакет в крови, там петух, походу, в пакете. Медальон добавился. Какой? Чертог волка лежит. Где? Золотой, видишь? Вот этот? Да, вот этот. Его здесь не было сегодня. Я помню, два какие-то было. Там дарьёны. А почему он тогда на этот, на столб не побрызгал кровью? Смотри, видишь? Не знаю, может, он не успел. Ты его спугнул, хочешь сказать? Тогда это еще хуже, блядь. Он где-то здесь, в листах, в этих, блядь, спрячется сейчас. Да, чувак, мне кажется, надо уебать отсюда. Блядь, что у него на уме? Ну, слушай, он один был вообще? Ну, я увидел только одного. Ну, не факт, что он один. Бля, друзья, короче, мы сейчас немного встревожены тем, что на самом деле мы встретили... Дениса, точнее, встретил. Я никого не встречал. Слушай, это... Хруст сейчас какой-то был, да? Да. Если ты здесь, выходи. Мы не имеем ничего против. Ну, слушай, 2 из 10 это попасть прямо вот в такое вот очело, и вот тебе на второй день. Это просто нереально. Надо посмотреть. По славянскому календарю здесь нет связи. Здесь связи нет, как ты такое? Ну, что ты предлагаешь делать? Что там? Хрустнуло что-то, ветки. Ну, он где-то здесь в кустах прячется, ну, по-любому. Ну, так, а куда он идет? Ты сам видел, какая там дорога. Проехать здесь проблематично. Ну, да, быстро он здесь. Мы бы услышали, если бы здесь подъехала машина. Слушай, он что, пешком сюда дошел? Пешком, походу, дошел, да. Охереть. Все в крови, нахуй. Ну, это, слушай, заблюри потом это. Ютуб, мне кажется, заблочит. Ну да, я потом, если что, закрою это все. Так, ну что, какие планы? Нам надо отсюда валить, наверное. Я не хочу ночью проводить в палатке с каким-то ненормальным. Друзья, мы, конечно, все понимаем. Мы понимаем все, что аномальные зоны бывают, там разные всякие вещи. Но вот когда
что-то касается людей, которые занимаются такими вот вещами, и ты с этим человеком не можешь встретиться, поговорить, выяснить, что он тут вообще делал, я считаю, что лучше не подвергать себя опасности и лучше уехать отсюда. Может, попробуем найти его? Где ты его будешь искать здесь в лесах? Ты посмотри. Да я не знаю, давай чуть-чуть. Здесь чаще, блядь, мы бы его услышали, ты может, бы его чуть-чуть услышал. Чуть-чуть пройтись буквально, не знаю. Ладно, пойдем вернемся к лагерю, нет, посмотрим. Давай так. А, нет, ну да, как-то надо все это провернуть. Ну а толку, эти поиски не принесут результатов. Ладно, пойдем к лагерю. Пойдем, сейчас что-нибудь решим. Блин, вот сейчас мне реально жутко, потому что, знаешь, не за то, что... А где он сидел? Вот здесь, вот прям где-то. Прямо вот здесь? Да. Не за то, что мне страшно, знаешь, а за то, что чувак ночью, блядь, один пришел в чащу леса и начал здесь что-то делать. Что-то колдовал, как будто, знаешь. Вот это страшно. Он что-то делал руками, блядь, что-то как будто колдовал. Я хочу взглянуть на эти кадры сейчас. Пойдем, я сейчас в лагере покажу, что я там отснял. Пошли. Сам еще посмотрю. У меня есть одна затея, как его поискать, но я не знаю, насколько это безопасно. Что за затея? Хер, сейчас узнаю, сейчас попозже расскажу и тебе одни. Сейчас покажу, что я там скажу, давай. Ебать, это что такое? Чувак, это пентаграмма. Нахуй. Да, блядь, ну что за говно? Ну что это за говно, ну серьезно? Чё, чё он, блядь, тут нахуй делает, а? Он что-то, блядь, на нас, что ли, колдует? Давай найдем этого пиндоса, блядь. Бля, если я найду, я реально ему сейчас на... Я ненавижу вот это дерьмо. Я ненавижу, когда вот так вот это вот все. Пойдем найдем этого ублюдка, блядь. Я предлагаю что? Разделимся? Блядь, ты посмотри, ну это чего? Да у меня рация есть, чувак. Блядь, что за шутки, блядь, я не понимаю. Ты погляди сюда. Знаешь, что это вот это такое, блядь? Что за перья? Вот это вот, есть такая штука, называется лестница ведьм. Она сделана из нити какой-то там, перья торчат, и каждый узелок — это проклятие. Ебать. И перья. Мы его сейчас вот в такой мы жопе сейчас, ты представляешь? Ты приходишь, ты видишь какого-то чувака, я прихожу к лагерю, мы приходим к лагерю с тобой и видим вот это дерьмище. Сука. Это тотем, твою мать, или как это лучше назвать, я не знаю. Я предлагаю что, смотри. Ты сейчас... Мы сейчас вообще что собираемся сделать? Пока самое главное в палатке собери, есть у тебя свет дополнительный. Да. Дай мне, пожалуйста, эту камеру и эту камеру. Я хочу сходить один прогуляться до капища, посмотреть, позвать его. И пройдусь вот здесь вот так вот до дороги, хотя бы чуть-чуть один. Я думаю, подписчики оценят это. И думаю, если я его встречу сейчас, я, блядь, начну так, а мне на него агрессировать. А мне-то что делать сейчас? Ты пока собери вещи, которые в палатке, которые, чтобы мы наверное, съебываемся отсюда. Угу. Я не собираюсь здесь оставаться каким-то психом, блядь, который вот такие вещи делает. Может, разделимся? Ты в одну сторону, я в другую. Да, у нас выборы нет. У нас нет выборов. Знаешь почему? Потому что сейчас один будет, блядь, смотреть по сторонам, ходить, а второй хотя бы собирать палатку. Вот это, посмотри, какая она огромная. Как-то потихонечку собираться. Вот, сначала я схожу один, ты собери мелкие вещи, а потом ты сходишь, прогуляешься. Ну, давай, давай. Потому что, блин, толпой ходить тоже вариантов нет. Мы сейчас, мы не снимем то, что хотели. Ты видишь, мы ждали каких-то аномальных явлений, а в итоге мы получаем какого-то психа, который, блядь, вешает фотограмму, да, блядь, перевернутый. Ты знаешь, как на сектанта похож, блядь. Да какой-то, да, шизи, блядь. Ну да. Так, как убавить здесь 100%, чтобы мне лицо не светило? Справа тут вот. Так, все, я иду сейчас пройдусь до капища. Денис пока что будет заниматься тем, что потихонечку будет скручивать палатку. Эта камера будет снимать в ночном режиме.
чувак, я прогуляюсь. Если его встречу, уж прости, я тебе покричу. Давай, ладно. Все, я пошел. Давай, чувак. Да, конечно. Вот сейчас стрёмно. Это даже страшнее, пожалуй, чем находиться было в на озере Смердячем. Смердячем. Здесь кто-нибудь есть? Просто посмотрите на эти вот огни страшные. Так, и мои действия, если я его встречу. Пожалуй, будет, наверное, конфликт. Потому что я не могу терпеть такие вещи. Просто представьте себе, друзья, что вы вот попали в такую ситуацию. Костер уже затух. Он сюда не возвращался. Так, если выключить ночной режим. Ты здесь? Я просто не могу понять одного. Как это может быть связано со славянской темой, раз он вешает пентаграмму? Просто вот взгляните на этот. Я постоянно слышу какой-то скрип. И этот счет мне не нравится. Угу. Видимо, вот этой тряпкой он что-то петуха, наверное, трогал. Который лежит он в том пакете. Блять. Здесь кто-нибудь есть? Я не представляю, что у этого человека может быть на уме. И как это вообще возможно в нашей ситуации. Так, включаю ночной режим и иду дальше. Друзья, вы обязаны просто досмотреть это видео до конца, потому что вот сегодня, сейчас, вот в любую секунду может произойти все, что угодно. И вот куда он мог уйти? Еще светит меня этот фонарь, вот этот, который лицо снимает. Я практически ничего не вижу особо. Ну и назад идти смысла тоже нет. Так, Денис собирает палатку. И просто вот заметьте разницу. Вот место, где он проводил ритуал. И вот место, где наша палатка. То есть это практически в шаговой доступности. Но как у него получилось прийти сюда неуслышанным, незамеченным и провернуть все это? Это зажечь 6 или 7 свечей? 6 или 7 свечей? Разжечь костер, наломать веток, чтобы этот костер был... И убить петуха. Какое дерьмо.
Так, ну его я не вижу. Еще раз камень змеиный, на котором проводили ритуалы. Что это за треск постоянно, какое-то потрескивание? Так, похоже, тут больше ловить нечего. Чувак, нет никого, представляешь? Нет? Вообще тишина. Что очень странно, потому что, ну, блядь, тут ничего не слышно. Ты не слышал какие-то потрескивания у него так? Не знаю, так собирался спешно вроде бы. Так, ладно, я тебя сейчас сменю. Держи камеру. Тимофей сейчас собирается. Я быстренько пойду. Также попробую найти этого ублюдка, который там что-то колдовал, какую-то херню творил. В общем, я пойду сейчас туда же, куда ходил Тимофей. Господи. Ладно, пошли. Что, где свет? Так, фокус. Где ты? Выходи. Я знаю, что ты здесь. Куда он делся-то, блядь? Ебать! Сука! Ебать! Блядь! Чувак, чувак, быстро собираемся! Чувак! Ты чё? Давай быстрее, 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 давай, вещи! Машину закидывай! Блядь, это психопат на меня с оружием нашел! Давай, давай, быстрее, быстрее, сворачивай, сворачивай! Он там? Там был! В смысле с оружием? С каким нахуй? То у него в руке было, то ли нож, то ли сердце, что-то такое, блядь. Блядь, он заебал. Слушай, это, блядь, реально какой-то ебнутый шизик. Давай собираться. Давай, давай, так, быстрее. А топор где у нас? Да, я достану его сразу. Вот где-то здесь было. Вот сразу. Вот где-то здесь было. А в машине, по-моему. Так, подать, подать. Вот. На всякий случай, чтобы если вдруг реально, блядь, чтобы у нас тут чем-то было. Ебать, он псих, слышишь? Он там же был, где я его первый раз видел. Слышишь, дружище? Вот подойдешь сюда, перееву тебя топором, блядь. Заебал, блядь. Чувак, нам надо срочно, блядь, Денис, уезжать отсюда, блядь, пиздец. Все, да? Давай, давай, ты, включай давай, камеру. Ты, давай, пускай, блядь, пишет, ты положи камеру, чем быстрее мы соберемся. Все, давай, она... давай. Двоечка. Чувак, погнали отсюда нахер. Так, смотри, сейчас, если это мудило не выскочит ниоткуда. Так, вот это место. Включай печку, потому что сейчас вспотеет стекло. Так, где? Не вижу. Вот здесь ты его видел? Да. Смотри, стоит. Стекло потеет. Thank you.
убивать зачем? Бля, на стрёме, на диком просто, на самом деле. Да хорошо, что мы здесь не стали ночевать. Да? Это было грамотное решение свалить отсюда. Да. Хорошо, что мы днём поспать. И я просто не представляю, что было бы, если бы мы просто на ночь были здесь, прикинь. Даже думать об этом не хочу. Ты говоришь, он с серпом был? Да. Тот, который выдал, лежал, получается. Какой-то серп у него был. Или нож, или серп. Очко просто. Блядь, еще вот здесь медленно. Все опасно, да? Мы здесь ехали, правильно я вижу? Вроде бы, да. И понимаешь, что ты быстро отсюда не уедешь, вот что самое стрёмное. А вдруг он своих товарищей, дружков своих ненормальных позвал бы, блядь. Тут? Блядь, они там, чувак! Блядь. И он не один там. Ты что, серьёзно? Да. Погони, блядь, нахуй, в пизду. Ебать. Ебать, чел, их там трое или четверо было, блядь, представляешь? Охуеть. Блядь, быстрее. Тихо, не гони, не. Аккуратно, все, они нас уже не догонят, наверное. Сука. Ебать, у них тут целое сборище, ты представляешь? Ебать, сука. Ебать, мы попали с тобой, чувак. Блядь, так выходи отсюда, пожалуйста. Свалить. Я надеюсь, их там больше не будет, а? Ебаный сектант-то, сука. Бля, у них тут, может, еще что-то там? Сегодня ритуал, походу, какой-то, блядь. Сегодня, походу, какая-то ночь, да. Да. Блять, какая же жопа, а? Это уже наша дорога вот на выезд, да? Да, все нормально. Вроде оторвались. Вот реально, если кто-то стоял на дороге, вариант только один, это давить. Ну, на самом деле, ну да. Блять. А что, а все, если раз ты заднюю дашь, они тебя нагонят и все. Туда. Ну, останавливать вообще не вариант. Только давить. Там это уже видно, что неадекватно. Конечно. Че у них на уме, блин, хер знает. Явно что-то нехорошее. Да, мы не ожидали такой развязки. Очень было было страшно за свою жизнь, на самом деле. Было страшно за Дениса, было страшно за самого себя. Я точно больше не хочу туда возвращаться. Это... Да, я думаю, нам даже нужно передохнуть немножко от этого лесного контента. Больше, да. Да и мы не сможем. Все, сезон закончен. В лес больше, все, там уже дальше дожди. Я думаю, друзья, вот после вот этого обязательно нужно поставить лайк. Обязательно оставить комментарий. И подписаться на канал Тимофея и Нури. Обязательно. И написать хороший комментарий. Мы делали этот контент специально для вас. Выбирались на эти 2 дня, чтобы пожить на природе. Чтобы... Вообще, изначальная цель была, чтобы проверить аномальные явления. Из аномальных явлений... Только головная боль, потому что спалось там очень ужасно. У меня туман пошел очень сильно. Туман, жесткий туман пошел после того, как я сломал эту пентаграмму. Носом кровь шла у меня разок. Хотя на Смердячем озере такого не было. Да, там было как-то... Да, там было более... Более атмосфера была, более благоприятная. Более благоприятная там атмосфера была.